Прохладное и дождливое лето прогнозируют в Казахстане синоптики. За редким исключением переменчивая погода установится на большей части страны. Зато апрель обещает быть солнечным, благодаря теплым фронтам со Средней Азии. На севере столбик термометра поднимется до 23, а на юге до 28 градусов тепла. В начале и в конце третьей декады ожидается похолодание. Первые два месяца лета ожидаются прохладными и преимущественно дождливыми, за исключением запада и юга республики, где осадков ожидается меньше нормы. В августе в большинстве областей температура воздуха ожидается у нас около нормы. Исключение составит западная половина республики, где температура ожидается выше нормы на 1-2 градуса. В Казгидромете также назвали условия для улучшения качества прогнозов. Синоптикам не хватает специальных радаров для наблюдений. По принятой программе модернизации оборудование начнут закупать уже в этом году, подчеркнул спикер. Ну, если говорить об оснащенности, она, конечно, желает быть лучшей. То, что касается наблюдательной сети метеорологической, она у нас лишь покрыта на 70%. Также у нас есть 9 аэрологических станций, это которые проводятся зондирование в вертикальных слоев атмосферы. У нас их всего тоже 9, желательно иметь их побольше.